Так, друзья, привет! Представляю атмосферные бои для охоты на крупную рыбу. Две данные модели поедут опять же в Таиланд. Посмотрим, как они себя покажут. На данный момент у них закачано 1,5 атмосферы, 1,6. Все отлично. Буи также клееные, усиленные вертикальными и горизонтальными лентами, имеют крепление по периметру, то есть крепление линя происходит за петлю, а крепление самой стропы к бую происходит по периметру, то есть стропа закольцована по периметру, что является и ручкой одновременно, и проходит через двух щелевки. Соответственно, снимая напряжение на один элемент. То есть, если бы здесь было закреплено, то напряжение было бы сильнее, и, возможно, был бы отрыв при сильных рывках. Здесь напряжение, то есть сила рывка рыбы распределяется на весь буй, соответственно, облегчая и, в общем-то, увеличивая долговечность буя. Также можно держаться за эти, спокойненько браться в любом месте, при охоте спокойненько поддерживать за эту или за верхнюю. Вот так вот. Буй имеет размеры 95 сантиметров в длину, 20 сантиметров в диаметре. Клапан. Лодочная закачка осуществляется через переходник к автомобильному насосу, то есть к обычному ниппелю. Открывается клапан, вставляется переходник и накачивается. Вот. Только что я закачивал в них 2 атмосферы, немножко спустил до рабочего давления. Уверен, что 1,5 атмосферы будет держать отлично. То есть вот новинка. Пожалуйста, вроде бы уже полностью готовая. Были пара пробных вариантов, которые также проходили испытания. Вроде бы все хорошо. Были пожелания у ребят, чтобы я сделал чехол на буи, не только на свои. Потому что когда в скалах охотишься, если затянет скалы, чтобы материал ПВХ не поцарапало скалами. Чехол также будет использоваться не только для моих буев, но и для других можно будет использовать. Ну, то есть можно будет дать мне размеры, и я сделаю чехол. Чехол будет типа на рукавника такого. То есть здесь сборочка резинкой. Там сборочка, и вот так он просто накрывает полностью сосиску эту. Вот такая вещь замечательная. Все, всем счастливо.